саженцы розы кустовой Уизли 2008, Уизли 2008, вырастают в грациозные растения с провисающими дугообразными побегами, усыпанными бледно-розовыми махровыми цветами. Эксклюзивный сорт Д. Остина. Раскрытые чаши цветов завораживают тонкими и прозрачными лепестками, более темными от центра и бледнеющими по краям. Аромат насыщенный, но деликатный, с фруктовыми и чайными нотами. Взрослые кусты достигают высоты 1,5 метра, при желании рост можно придерживать обрезкой на уровне 1 метр, во время обильного цветения побеги спускаются до земли. Светло-зеленые листва прекрасно дополняют розовые каскады растения. Сорт может завязывать семена. Хорошо переносит зиму. Побеги устойчивы к болезням и грибкам. Особенности посадки розы Уизли 2008. Кисловатая и рыхлая почва. Открытые солнечные участки, желательно попадающие в послеполуденную полутень. Нуждаются в поливе только по мере необходимости. Роза кустовая Уизли 2008 – это кустарники высотой от 80 до 100 см с типом роста, сильнорослый, диаметром 120 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Аромат у цветов сильный. Окраска цветка нежно-розовый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 7 до 8 см. На цветоносе обычно располагается от 1 до 3 цветков. Весной листва по цвету темно-зеленые. Розу кустовую Уизли 2008 создал Остин. Годом создания растения считается 2008. Растение заслуженно завоевало следующие награды. Первый приз ландшафтных роз на конкурсе «Роз Барселона», Испания, 2009. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.